Супер. Добрый вечер всем. Сегодня мы, так как и обещали, проведем учебу на тему, важную тему корпоративных наших программ. Это тема, которая сильно интересует людей. Я уже знаю, что есть директора мои, которые уже серьезно занимаются этим вопросом, которые даже уже просят от меня, чтобы сделать быстро бумажные договора и реквизиты, скинуть компании Айвави с тем, чтобы особенно те фирмы, которые строят там учеты, государственные фирмы, там страховые компании, они хотят иметь договора, вернее счета, куда скинуть по перечислению деньги за эти корпоративные договора. И как мы договаривались, сегодня Микита Ласло расскажет вам все нюансы по этому вопросу. Вот, а потом у нас будет еще время, потому что тема в принципе не длинная, и мы можем обсудить те вопросы злободневные, которые вас интересуют, и мы постараемся с господином Ласло дать вам ответы на эти вопросы. Во всяком случае, то, что мы знаем, мы всегда вам скажем, как-то сориентируем вас в этих вопросах. Поэтому давайте, может быть, не будем тянуть времени. Господин Ласло, пожалуйста, начинай. Супер, супер. Добрый вечер, меня зовут Ласло Микита, страна Венгрия, город Нерихаза. И сегодня у нас будет очень интересная тема, потому что я сначала начну для корпорации все это рассказать, а потом я немножко перейду и расскажу, что нам для партнеров тоже этот большой пакет поставит сейчас уже наш бэк-офис. И я вам просто расскажу, что почему для вас это будет очень интересно. Ну, я думаю, что среди нас тут уже сидят такие люди, которые несколько раз нас слышали. Но поставьте, пожалуйста, единички те, которые первый раз слушают наш вебинар. Значит, тема нашего сегодняшней презентации – это новая эра в коммуникации. Значит, так как компания Wavy развивает и обеспечивает передовые решения в сфере видеокоммуникации, компания развивает и разрабатывает коммуникационные видеоинструменты и технологии, компания является одним из крупнейших провайдеров США. Значит, именно для корпорации очень интересная тема видеокоммуникации. Почему? Потому что я знаю, что все фирмы, все крупные фирмы каждую неделю несколько раз проводят именно конференцию. Я вот сколько раз узнавал, люди проводят именно телефонную конференцию. Очень мало те предприятия, которые могут качественную, хорошую видеоконференцию провести. Представьте такого, что если вы будете иметь такой конференц-зал, как я вам вот сегодня провожу через него вебинар, вы будете в качественном виде проводить ваши коммуникации, значит, у вас будет логотип вашей фирмы поставлен наверху и так дальше. То есть вы будете работать с этими коммуникационными инструментами под своим брендом. Давайте так, прежде чем начать про компанию рассказывать, потому что я вам расскажу про компанию, расскажу именно компания, каких расскажу вам про инструменты и расскажу вам про этот корпоративный пакет. И еще говорю, для партнеров, для аффилиат партнеров я добавлю для нас, для партнеров, почему будет очень хороший этот пакет. На какой вопрос поставить? Я не знаю, что вы хотите с этим... Значит, на вопросы будем отвечать после того, как я вам проведу этот вебинар. Давайте посмотрим с вами так как мы развиваем именно коммуникацию, каким образом развивалась коммуникация с 1889 года. Самые первые коммуникационные средства, так скажем, уже после почтового голуба, это телефон. Телефон появился в 1889 году, очень помог для развития коммуникации, потому что до того практически только
очень тяжелые коммуникации, то есть письмами могли люди коммуникацию проводить. Пока письма доходило от А до Б, прошло недели, месяцы. Представьте, из Америки, пока Европу пришли через пароход, много писем потерялось и так дальше. Даже подумать страшно, как тяжело было коммуникацию проводить, и как нам уже легко в 21 веке коммуникацию проводить друг с другом. У нас с таким коммуникационным средством, как, скажем так, конференц-зал, нет расстояния. То есть расстояние у нас уже между собой пропали. Я провожу сейчас вебинар из Венгрии, Евгений находится во Львове, многие из вас находятся в Молдавии, Россия, Казахстан и так дальше. Между нами нет расстояния. В 1944 году появился первый компьютер. Первый компьютер создали в 1944 году. Конечно, сравнить, если сейчас с тем, что сейчас у нас есть, или вот примерно на такой маленький мобильный телефон вмещается столько мемории, что тогда несколько этажных домах пришлось их сохранять на этих магнитных листах, дискетах или там что-то там было, я уже даже не знаю, потому что в детстве что-то видел, но уже не помню, то есть не могу понять, как это было. В 81 году появился первый персональный компьютер. Спустя 10 лет появился World Web, то есть World Wide Web, то есть первая веб-страничка. В 1996 году появился первый email, в 2003 году IP-телефония, в 2004 году Facebook, в 2007 году веб-приложение на iPhone, в 2010 год планшета и так дальше. То есть каждый год уже сейчас новее коммуникационные средства выходят. В ближайшее время вот здесь увидите компанию iWAVI. iWAVI в ближайшее время попадет в историю с тем, что первая компания, которая бесплатный видео-имейл предлагает для всех. Значит, дальше. Куда идет наше направление нашего коммуникации? Именно идет направление онлайн. Значит, практически все мобильные, то есть телефоны на сегодняшний момент уже перейдут на, как мини-компьютеры будут. То есть практически с одним кликом мы будем коммуникацию проводить качественно в видеорежиме. Давайте с вами посмотрим, прежде чем идти дальше, что какой огромной массы рынок интернет. В настоящее время 1 миллиард человек использует интернет. Каждый минут загружают на YouTube 20 часов видеороликов. Facebook, если был бы страной, был бы третий по миру, после Китая, Индии. Значит, многие дети прошу извинения, меня почему что-то ушел у меня интернет. Извиняюсь. Слышите, поставьте, пожалуйста, плюсы, если слышите меня. Супер. Извините, пожалуйста, меня что-то выкинуло из интернета. Спасибо большое. Ну, то есть мы находимся там, что в 2015 году более чем 3 миллиарда человек будет использовать интернет. Это 40% начисления земельного шара будет использовать именно интернет. Давайте посмотрим с вами, что именно трафик интернета на сегодняшний момент очень сильно буйно развивается. Трафик на интернете получается с 2008 года по 2011 год каждый год на 40% идет рост. То есть это огромнейший рост. Если таким ростом будет расти именно видеотрафик, то в 2015 году это будет более чем 62% трафика, видеотрафика на интернете. То есть очень сильный рост идет именно видео. В течение следующих 5 лет ожидается более чем 10 раз больше видеоконференций. То есть все предприятия, все частные лица,
переходит полностью на качественные переговорные устройства. Я вам могу сказать, что многие используют для коммуникации Skype, но поймите одно, если у вас есть человек 10-15, который находится в разных местах, на разных компьютерах, так скажем, это уже практически Skype не сделать. Вот представьте, что у нас сейчас 45 человек, и каждый сидит в своем месте, и мы сейчас проводим, у нас сейчас более, то есть 45 компьютеров, и мы проводим спокойно вебинар. Вот когда сейчас закончим именно вебинар, я вам буду специально давать картины, чтобы вы видели, как хорошо работает именно видеокоммуникация. Только сразу хочу попросить, кто хочет присутствовать в видеоразговоре, чтобы имели такие мелкие наушники, то есть это необходимо. Значит, видеокоммуникация – это единственная, самая эффективная форма общения, отношения текстом и отношения слайдом. Это говорит US Today. Преимущество онлайн-коммуникации – это внушает доверие, профессиональный вид, доступно повсюду и очень эффективное. Я вот недавно, у нас есть тут авиационный институт, то есть училище здесь в Нерикази, и у нас практически каждый месяц покупают они, то есть используют и покупают аккаунт, уже более чем 100 студентов используют конференц-зал, и очень качественно они умеют репетиции проводить через него и так дальше. Почему мы предлагаем именно компании Huawei? Потому что именно компании Huawei производительность инфраструктурного обеспечения равняется Google и YouTube. Если мы с вами говорили до этих пор, когда я вам показывал, какой большой массовый рынок интернет, то я вам там объяснил, что в Google каждую минуту загружается более чем 20 минут видеофайлов. Так компания Huawei такой огромнейший инфраструктурное обеспечение и огромнейшее серверное обеспечение, что практически то, что YouTube может принять, также может принять у компании Huawei. Значит, компания Huawei имеет собственный дата-центр с защитой N3. Если хотите узнать, что такое защита N3, то зайдите, пожалуйста, на Википедию, и на Википедии у вас будет все полностью про N3 расписано. Недавно удалось у нас с Евгением Свобода, еще несколько человек из Украины, посетить этот огромнейший серверный парк. Huawei является лидером коммуникационных инструментов онлайн с 2007 года. Huawei – это передовая компания в мире по разработке программных обеспечений, чьи платформы являются первопроходцами в развитии видеокоммуникационных инструментов. То есть Huawei сам изготавливает эти платформы. Кто создал эту компанию? Господин Билл Старки создал. Вот он находится здесь на трех фотографиях. Вот здесь. И, значит, кто является еще акционерниками компании, это господин Дик Конрад, господин Майкл Стюарт и господин Роб Кеннон. Эти лица являются мировыми брендами. Примерно Дик Конрад имеет более чем 51% акций Dell Computer и также имеет HP компьютеры владения. Майкл Стюарт ведущий Intel и IBM, Роб Кеннон был основателем Compaq Computer и сейчас является частичным хозяином компании Hewlett-Packard. Про Билл Старки вы должны знать, что уже более чем 25 лет опыт работы на системной администрации. Он играл важную роль в разработке программных обеспечений, которые по сегодняшнему дню широко распространяются в сфере недвижимости, ипотеки и автомобильной промышленности. У компании Huawei очень успешные и очень, так можно сказать, топ-лидер по IT, то есть топ-лидеры по IT-технологиям в США. Эти три человека – Майкл Нолан, Джейк Стивенсон и Ричард Бейтман. Huawei создает и разрабатывает собственные технологические платформы. С помощью этих, господин Майкл Нолан, с помощью Джейк Стивенсон, Ричард Бейтманом. Разрабатывают эти платформы. Эти люди, IT-шпер, владельцами
компания успешно обеспечивает услуги более чем 2000 корпоративным клиентам США. Сейчас можем так сказать, что пока еще нет, не числят пока в Европе сколько и каких компаний обслуживают, но я думаю так, что очень в ближайшее время у нас будет сведение, что в Европе каких компаний уже обслуживают. Давайте посмотрим примерно. Вам American Express, Ford, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Wells Fargo, Apple Computer и так дальше, United Airlines. Очень крупные компании обслуживают. Какие услуги компания Wavy дает для предприятия, я вам скажу. Number one – это именно сохранение данных на их серверном обеспечении. Это number one. Number two – это именно коммуникационные устройства. Мы пока на сегодняшний момент только от Wavy получаем коммуникационные устройства. Пока еще в Европе они не являются как защитой, то есть как не занимаются еще пока защитой базы данных, но я думаю, что очень в ближайшее время будут базы данных европейских предприятий тоже принимать. Но на сегодняшний момент видео база данных вы смело можете загружать на их серверном обеспечении. Значит, компания является народная технологическая компания. Почему народная технологическая компания? Потому что распространяет, то есть разрабатывает уникальные платформы, платные и бесплатные платформы для компьютеров и для карманных устройств, айфонов, айпадов. То есть, так как вам еще раз говорю, что компания разрабатывает, то есть они не покупают, у них все свое серверное обеспечение и так дальше. Стратегии компании — это стать номер один разработкой онлайн видеокоммуникации. И компания в ближайшее время перевернет ваше представление способа общения, который вы привыкли. Wavy вышел на международный рынок, партнеры уже более чем в 100 странах. Какие продукты? Давайте сейчас с вами переговорим о продуктах, потому что так как для корпорации очень важны эти продукты, видео-имейл. Давайте сейчас немножко видео-имейл и видеоконференц-зал. То есть я вам сейчас хочу три очень серьезных продуктов озвучить, но самые важные две продукты этого Wavy — это именно видео-имейл и видеоконференц-зал. Если посмотреть видео-имейл компании Wavy, то на сегодняшний момент для корпорации это, можно так сказать, такой инструмент, без которых практически необходимо на сегодняшний момент уже работать. Если сейчас сказать так, что предприятия на сегодняшний момент отдают огромнейшие деньги для газетной рекламы, для, скажем так, телевидение рекламы, для радио рекламы, для бигборд рекламы. То есть люди просто раскидываются деньгами. Значит, если немножко подумать, то, что сейчас я вам расскажу, что именно с помощью услуг Wavy, сколько много денег сможете сэкономить, то вы будете, так скажем, благодарны для Wavy всю жизнь. Вот смотрите так. Если у вас есть база данных, во-первых, близких клиентов, если есть у вас база данных, там, скажем, далеких клиентов и так дальше, кто, примерно любое предприятие, кто у вас покупает, скажем так, те люди, которые уже когда-то что-то покупали от вас, и те люди, которые от вас покупали, и они распространяют своим знакомым, своим близким. То есть получается так, что не надо вам тратить денег сейчас на телерекламу, не надо вам денег тратить на газетную рекламу. Практически вы можете сам сделать свою рекламу, рассказать эту рекламу, записать на камеру, записать на качественную камеру, с качественной камерой. И вы можете одним кликом до 10 тысяч, то есть одним кликом до 1000 адресов отправить ваши рекламы. В сутки можете 10 тысяч видео-имейлов отправить. Я могу сказать так, что если газете объявлять, или вот считайте, если газете сейчас объявлять, вы за определенную сумму только один раз можете в газету отправить.
газеты, они практически все локальные, понимаете? Газеты практически все локальные. Радио тоже все локальные. Телевидение есть центральное, но там вы свои рекламы, просто скажем так, не в состоянии будете подавать, если вы не мультинациональная компания. Если вы средняя или маленькая предприятие, у вас жизни на такие дела денег не будут. И вот представьте, а $20 в месяц для любого предпринимателя просто так, вот так найдется, понимаете? Вот. И просто с этими инструментами вы супер рекламы будете делать для любых разных предприятий. Давайте с вами переговорим о видео-имейл. Что видео-имейл, какая функция? Система видео-имейл у компании Huawei это number one на рынке. Уже сразу скажу вам, что 10 тысяч видео-имейлов в сутки не каждой компании, потому что на сегодняшний момент есть несколько компаний, по-моему, 4 компании в мире на сегодняшний момент, которые отправляют, то есть через которые можно видео-имейл отправить. Но такие длинные, столько, такое большое количество ни одной компании не можете за такие маленькие денег отправлять. Значит, неограниченное хранение пользования. То есть вы представьте такое, что если вы запишете ваши рекламы запишите. Вы эти рекламы можете хранять, сохранять неограниченное время на этом серверном обеспечении. Можете отправлять прямо, садитесь около вашего веб-камеры и так расскажете вашу рекламу. Можете добавить к нему, скажем так, фотографии и так дальше. То есть столько много, такая широкая фантазия, что можно с этим видео-имейлом сделать, что просто не можете представить, понимаете? Это вообще, можно так сказать, что оружие. Это оружие массовое поражение именно для рекламы. Какие функции имеет именно видео-имейл? Первое, это контакт-менеджер, сбор и редактированные то есть данные. Вы можете в неограниченном виде внести туда контакты. Есть контакты, которые можете блоками туда прямо занести, понимаете? То есть такое огромное количество контактов можете туда нанести, что годами наперед можете уже свои рекламы готовить и отправлять. Второе, то, что очень важно для предприятий. Это, так скажем, репорт отслеживания отправленных писем. Вы можете проследить, когда было отправлено ваше блок писем. Кто и когда его проверил, открыл, вернее. Сколько раз было. То есть это, если вот сейчас будете газеты подавать, если будете радио рекламы подавать, если будете телевизионные рекламы подавать, вы в жизни никогда не можете отдачу, то есть отзыв посмотреть. А здесь можете отзыв посмотреть. То есть это очень-очень важное дело. Вот для предприятия отзыв это, можно так сказать, что такой же калибр, как отправить рекламу, понимаете? Потому что вы можете отследить, посмотреть, кого заинтересовало. Если вы видите, что несколько раз открыл человек, значит тогда ставите галочку, что этого человека это уже заинтересовало. Второе оружие, просто можно так сказать, что оружие это именно автореспондер. С помощью видео-имейл и с помощью автореспондера вы просто можете самый дальний край отправить ваши сообщения. Это автоматическая рассылка писем. Вы можете представить это, что именно видео-имейл, автореспондер, если подключите в паре, это для вас будет служить для всю, так скажем, для всю жизнь, как рекламный ваш менеджер. То есть получается так, что вы на всю жизнь забудете газетную рекламу, телерекламу, радиорекламу. Для вас будет служить именно компания Huawei для ваших рекламных пособий. Третий очень важный наш инструмент – это видеоконференц-зал. Если вы уже наладили контакты с помощью автореспондера и с помощью видео-имейла, то у вас осталось это уже живьем договориться. Но если вы живете, скажем, в Киеве или во Львове, или я в Венгрии, если у меня появился серьезный клиент, скажем, в Камчатке или в Америке, но практически
Конечно, если бизнес такой будет, то вынужден я буду туда поехать, но я могу сегодня выехать в Камчатку или выехать в Америку, сидя из своего рабочего стола и встречаться с этим человеком, которому понравился мое предложение. Я уже разговариваю с ним в живом вещании. То есть я уже его вижу, он меня видит. Практически между нами 10-15 тысяч километров, и мы уже познакомились, мы разговариваем. Мы уже практически как тысячу лет друг друга уже видели. Понимаете, представляете, что именно эти коммуникационные инструменты до такой степени сближают людей, что просто вы даже не можете себе представить. Я понимаю, что некоторым людям это дико, понимаете. Я понимаю, когда вот 20 лет тому назад появились вот эти телефончики, люди просто шарахались от него, но они не знали, что это такое. Я знаю, что многие до сих пор шарахаются от этого видеокоммуникационного средства, но завтра уже не будут шарахаться от этого видеокоммуникационного инструмента, потому что это у нас будет будущее, понимаете. Видеоконференц-зал, да, значит, где можете использовать именно видео-имейл, именно видеоконференц-зал в любом сегменте вашей жизни, частные, корпоративные и так дальше. Так как сегодня мы про корпоративное дело говорим, я вам просто могу, что в любом сегменте корпорации вы можете этих видеоинструментов использовать. Видеоконференц-зал, я еще раз говорю, это сближает до такой степени нас с вами, что как будто бы мы уже тысячи лет друг друга видели. У меня есть такие друзья, с которыми я не виделся уже более чем 20 лет. Так приятно, мы можем каждый день выйдем, вместе пьем кофе, он у себя, я у себя. Единственное, что запах хорошего кофе друг друга не чувствуем, но все. Он видит, я могу экскурсию в своем доме, могу ему показать свою собаку, могу ему свою семью показать и так дальше. Просто, еще раз говорю, качество очень великолепно, именно конференц-зала. Некоторые людям, когда вот просто, ну, бывает такое, что интернет слабый, компьютер слабый. Я могу вам сказать, что практически много людей еще не готов на видеокоммуникации. Практически не готовы. Так как раньше не готовы были мобильным телефоном разговаривать, сегодня еще практически люди не готовы, но мы предназначены для того, что обучили людей. Я уже только за течение этого 9 месяцев, сколько занимаюсь этим бизнесом, я вам могу сказать, что я очень многих людей уже поставил именно, так скажем, на место видеокоммуникации. Я помню, как мы начинали и как сейчас у нас, понимаете. То есть вы также, сегодня еще вы не готовы к этому, завтра вполне будете готовы. Видеокоммуникационный зал, видеоконференции зал, функция у нас очень-очень простой, но очень много чего таких есть, которые нужны для нашей коммуникации. Это маркерная доска. Могу писать, могу рисовать. Контроль над файлами. Могу, значит, отправлять вам любые файлы. Могу с вами поделиться столом. Могу вам показать с помощью конференц-зала именно такие фильмы в HD формате. Могу вам показать 3D формате. Давайте так, я вам сейчас 3 секунды просто покажу, как выглядит 3D. Потому что сегодня нас, так как мы про бизнес разговаривать не будем, мы только именно про коммуникационные средства говорю, и я знаю, что у нас немножко сегодня побольше времени, потому что мы сегодня объявили, что это такая типа семейный разговор будет, так что мы можем час говорить, полтора. Давайте смотрите, это 3D. Кто еще такое не видел здесь, в этом конференц-зале? Сейчас покажу вам Full HD и стерео. Смотрите, тоже. Может быть, кто-то это уже видел, но кто не видел, тому показываю, потому что для него интересно. То есть,
Если взять по большому счету практически этот конференц-зал действительно предназначен для всего, для всякой, то есть самое главное, для очень качественной коммуникации. Система видеоконференций позволяет легко загружать и пользовать. Презентации, PowerPoint, видео, аудио, фотографии и так дальше. Начиная от младшего возраста, заканчивая до старшего возраста, каждый человек очень легко может использовать его. Давайте посмотрим просто по ценам. Тут именно я месячную абонементскую плату хочу показать. Месячная абонементская плата, сравняя с конкуренцией, наша самая дешевая. И у нас гораздо больше функций, чем у других компаний. Видео и email этих компаний, как Webex, GoToMeeting, у них даже нету. Пользуя за $20, можете получать на сегодняшний момент видеоконференц-зал, видео-имейл и бета-версии, значит, автореспондера. У автореспондера будет в ближайшее время расширенный способ, то есть он будет стоить $15, там будет возможность хостинг, сайт брать, то есть там будет у нас 4 веб-сайтов еще и автореспондер. Также можно будет для любого, так скажем, начиная от бизнеса, заканчивая до частного жизни, для всего можно будет использовать. Какое будущее у нас? Будущее это у нас, я вам сразу скажу, все на смартфон, на мобильные телефоны. То есть компания полностью переходит. Конечно, сегмент портативных компьютеров и стационарных останется, но переходим именно на планшеты. Вот тут показывает даже, видите, портатив, планшет и iPhone. То есть переходим на маленькие инструменты, потому что у многих, и это только начало, у многих людей офис может быть в машине, может быть куда-то едет, человек постоянно ездит, понимаете? И для тех людей тоже компания думает, которые постоянно в пути, постоянно на колесах, потому что им также надо качественная коммуникация. Качественная коммуникация с партнерами, с семьями и так дальше. То есть все, что компания Wavi тут сейчас предлагает, то, что уже доступно, это уже доступно. То, что еще недоступно, очень именно направление маленьких смартфонов. Так как я вам уже говорил до этих пор, что у компании Wavi есть 4 направления, мы с вами сегодня обсуждаем из 4 одно направление, это именно корпоративное направление. Значит, для корпоративных клиентов, если вы покупаете лицензию, покупаете именно коммуникационные средства, у вас моментально будет своя собственная веб-сайт. Вы из этого веб-сайта будете управлять все эти виды коммуникационные средства. У вас постоянно техническая команда и постоянная группа поддержки будет служить для ваших удобных разговоров. Что стоит для корпорации вообще именно так скажем, коммуникационное средство. Но прежде чем про коммуникационное средство, я уже вам рассказал, для компании нужно выкупить так называемую лицензию. Он называется Corporate Packet. Лицензия стоит $475 плюс услугный пакет, абонементский пакет за $20. Что вам даст эта лицензия? За $475 это одноразовая лицензия. Вы платите его в жизнь один раз. Вы получаете возможность поменять логотип Wavi на логотип вашей компании. Логотип и ставить логотип вашей, то есть вы будете себе с помощью этого пакета себе брендировать. Что дает дальше? Корпоративный пакет дает возможность открыть без количества абонементских точек за $20. Дальше у вас уже, кто хочет использовать под вами, под вашим зонтом, именно коммуникационные средства, для них все это пакет, 1000 видов имейлов за один раз
10 тысяч в день, 100 местный конференц-зал и персональный шаблон для видео-имейлов. Можете задать с помощью Huawei. Я думаю, что для корпораций было понятно, что это очень инструмент, очень, так скажем, необходимо его иметь, потому что без него уже практически для качественного переговора, может быть, еще многие говорят, что для меня это еще рано. Рано или поздно будете его использовать, понимаете? Что сейчас выходит, это уже не партнерам, я хочу аффилиат партнерам, тем, кто с бизнесом занимается. У нас для бизнес-партнеров тоже выходит вот это $495, буквально на днях вы уже увидите в своем бэк-офисе. Он нам будет дать то же самое, что для корпорации, тоже можно будет снять логотип компании, можно бренд для этого. Также вы можете тем людям, которые только инструмент хотят покупать, именно коммуникацию, то есть видео-имейл, видеоконференция, вам будет очень удобно, если кому-то только инструмент нужен, то этим людям отдадите только, можно в день отправлять 10 тысяч штук и 100 местных казах. Потому что если раньше у нас было за $20 только видеоконференц-зал можно было давать, не входило к нему видео-имейл. С помощью этого бота вы будете иметь право продавать для людей за $20 вот такой уникальный пакет. И для корпорации нету бизнеса, у них нет матрица. Для аффилиат-партнеров у нас существует матрица, все это будет попадать в матрицу. Я про бизнес дальше не хочу говорить, потому что мы сегодня договорились, что сегодня у нас, так скажем, день без бизнеса. Конечно, из этого будет бизнес, но может быть несколько человек тут сидит такой, который не хочет на этом деле бизнес иметь, только хочет его использовать. Я сегодня озвучил именно вот такие моменты. И я бы хотел бы сейчас дальше дать слово господину Евгению, и мы будем с Евгением обсуждать дальше вопросы, кто будет задавать вопросы, будем так сюда на экрану выставлять, и будем, чтобы не письменно вы задавали вопрос, а именно поднимайте руку, вводим вас на экран. Евгений, даю тебе пожалуйста. Включи, пожалуйста, звук, потому что у тебя не включенный звук. Женя, звук у тебя не включенный. Слышно? Сейчас супер, сейчас есть звук. Да-да-да. Сейчас супер. Так, хорошо. Добрый вечер тем людям, которые присоединились к нашей конференции, к нашему такому разговору. Я вам скажу, вот если мы, много людей говорит, вот ты ему рассказываешь, иногда всю презентацию прослушает, иногда весь вебинар прослушает, а потом начинает говорить, а что мы все-таки продаем, где продукт? Вот скажите мне, пожалуйста, чтобы сделать вот такой продукт, чтобы в таком качестве, как Василий сказал, видео-эмейл в HD качестве, даже в Full HD качестве, видеоконференцию в таком качестве проводить, надо, наверное, какие-то деньги было затратить на это, на материальную базу, на IT-разработки, на коммуникационные на средства коммуникации, я имею в виду стекловолокнистые кабеля и так дальше. Это очень дорогой продукт, кстати, чтобы вы знали. Это непростой продукт. И что я заметил самое важное, то, что фактически люди просто не верят. Если ты ему просто на пальцах расскажешь, что есть возможность видеоконференции, значит, видео, он говорит, что скайп. А скайпу, знаете, до нашей видеоконференции, как сравнение такое, как Запорожец и Майбах, если так сравнить, честно говоря. Потому что попробуйте в скайпе вот так вот поговорить. В
250 человек вызвать, 12 человек на это общаться, чтобы мы делали беседы. Не потому, что скайп плохой, а потому, что технология не позволяет. Просто технология не позволяет. Поэтому я рекомендую всем. Сильно сейчас уже пошел интерес по корпоративным продуктам. Я рекомендую всем, научитесь делать видео email быстро. И научитесь продемонстрировать видеоконференцию. Попросите нас или своих структурных руководителей, когда вы идете на беседу в какую-то корпорацию, фирму там, или учреждение какое-то, чтобы вы могли продемонстрировать, как работает конференция. И я вам скажу, убивает это точно на повал. Если вы ему просто говорите, это один вопрос. Но если вы ему покажете все это, как оно действует, это уже ваш человек 100%, чтобы вы знали. И это вот те, что попробовали вот это, вы все меня поддержите и подтвердите это. Другой вопрос, что мы этого не предлагаем. Мы сами не умеем. Мы вроде бы что-то рассказываем, что есть такое, никто не верит. Но представьте себе, что я сижу у одного профессора, завкафедры геодезического факультета или института Львовского политехнического университета. Огромное, огромное учебное заведение. Он сам очень хорошо разбирается в IT-технологиях. И я ему это все рассказываю, он как в HD-качестве можно все это передать. Я говорю, вот так можно передать. А на какой основе, на какой программе оно все? Я говорю, я не знаю, на какой программе. Но я знаю, что я могу вам все это передать. Он говорит, не может быть. Ну как не может? Давай попробуем. Я делаю видео-эмейл. Он видит, что 5 минут, он что-то говорит. Я говорю, 5 минут мы записали видеоролик, видео-эмейл. Но он говорит, HD-качестве. Вы этого объема, мой email этого не примет. Я спрашиваю, а почему не примет? Потому что у меня есть ограничения. Ну, условно я говорю, вот у меня столько памяти, я как профессора завкафедры на этой социальной сети, там своя социальная сеть, Львовская политехника. У меня столько памяти. А то, что вы уже записали, это уже столько. Столько, оно не помешается здесь. И не поместится у меня никак. Я говорю, ладно, давайте попробуем. Давайте, я отправлю. А еще дополнение, еще ему фильм на 10 минут туда закачал один. И давайте все, и одним кликом раз отправим. Он просто пересел на другой стол, открывает, и вот так челюсть ему отвисла, и он говорит, я не понимаю. Что вы сделали такое. Я говорю, я тоже не понимаю, но я знаю, что оно работает. А фактически оно заняло, эта ссылка, вот столько памяти, понимаете? И все, он посмотрел, раскрыл. Другое дело, что оно сидит на сервере, и это уже даже я понимаю. Он только получил ссылку ту, которая не грузит его памяти в его социальной сети, понимаете? Это уникальнейший инструмент. Даже профессора, серьезные люди, которые уже поняли, что им это надо, они дают нам, вот я вам даю неделю времени, все мне это организуйте. Я говорю, зачем неделю времени? Вот так, 5 минут, зарегистрировали тебя, зарегистрируйся на свою даже карточку, и ты уже владеешь инструментом. Не верят, понимаете? Не верят, что прогресс уже настолько сильно пошел. Вот особенно у учебных заведений. Эти профессора, они всегда консерваторами были. Они боятся за свое место. До сих пор есть люди, которые берут мобильный телефон. Вот берут мобильный телефон такой, открывают записную книжку бумажную, смотрят телефон и набирают, клацают. Вот такие профессора. Ну, как он поверит? Ему не надо знать технологии, ему надо знать просто, как это все работает. Если вы пойдете, вот поверьте мне, если вы научитесь демонстрировать вот эту конференцию и демонстрировать видео-эмейл, идите в любую организацию, в любое учебное заведение, идите, кстати, не к второстепенным лицам, а идите напрямую к первому руководителю. И добейтесь того, что вы ему покажете это. Ясно, что надо позаботиться, чтобы был интернет у него. Более-менее хороший, ну хотя бы 1-2 мегабита в секунду скорость, чтобы была. И если он это увидит, он 100% купит у вас большой пакет. 100%, даже не обсуждается все это, понимаете? Имея вот такие инструменты, имея такие продукты, говорит, что у нас нет продукта, что мы продаем непонятно что, воздух какой-то, это просто никакого основания в этом нет. Поэтому идите к людям,
Вот, демонстрируйте, не просто рассказывайте, не проходит, когда просто рассказывает. У него в голове не помешается, как оно может так работать. А вот так работает. Вот. Поэтому демонстрируйте, и вы увидите, что будет результат, и много денег заработает. Я, Василий, говорил, не рассказывать о бизнесе, но я все-таки не могу, я же бизнесмен, я же не айтишник. Меня это не интересует, как оно работает. Меня интересует, что оно работает, и что я умею этим пользоваться. Но меня интересует, сколько денег на этом заработать. Но за такую программу заработать напрямую 150 гривен, и еще по 15 гривен 10 раз уходит вверх по структуре, я скажу вам, что эта игра стоит свеч. И еще повторяю, каждому оно нужно. Каждой фирме, каждой организации, каждому учебному заведению оно нужно. И так или иначе, через какое-то время они будут иметь. Не пойдете вы, не ходите. Для меня лично будет больше работы, я больше денег заработаю. Пойду я туда. Понимаете? Хотя у меня времени нет. Если вы не хотите пойти, я пойду туда и заработаю не 15 долларов по структуре за такой контракт, а заработаю 150 долларов, 10 раз больше. И плюс 15 еще своих. А может даже не 15, а у меня 6 раз по 15. Понимаете? Будет у меня больше работы. Поэтому я еще раз говорю, этот корпоративный пакет даст нам огромные возможности. Уже не говоря о том, что мы имеем возможность сами себе лично купить такой корпоратив. Лучше дай мне знак, и мы уже можем покупать такой собственный пакет. Уже можете покупать. Мы уже можем... Не внутри офиса, а снаружи надо заходить так же, как на корпоратив. Короче, мы уже сами можем себе купить такой пакет и просто тем людям, которые хотят пользоваться только продуктами, отдавать им по 20 долларов, они попадают в нашу матрицу и от абонентской платы их не... Я хочу сказать еще такую, что сегодня-завтра решат вопрос, потому что можно будет сделать апгрейд за 300 долларов для тех, которые уже имеют премиум пакет. И завтра, послезавтра нам скажут... Сколько за апгрейд будем получать? Потому что серьезные деньги даже за апгрейд будем получать. А если я сам для себя такой пакет куплю, допустим, так кто будет за прямую продажу получать деньги? Если ты сам себя его продашь? Да. Я. Молодец. Я обязательно, я уже покупаю. Если ты, то я уже сразу покупаю. А ты мне выставишь стакан вина хорошего. Окей. Супер. Ну, супер. Поняли? Прямые мои все. Если вы купите такой апгрейд, сделаете или купите большой пакет, значит, я заработаю по 150 долларов на этом. Вот так. И тоже вам выставлю много речи. За это. Хорошо, ребята, давайте туда вопросы, какие есть. Может быть, что-то хотите еще узнать? Человек задает вопрос, как создать ссылку для видеоконференции. Господин, я вам просто рекомендую заходить на Андрея Суса вебинар, но я вам сейчас по секрету расскажу это. Если нажимаете в конференц-зале на More, откройте More, там есть такой Invite. Открывайте Invite, и вы там увидите ссылку. Эту ссылку скопируете и отправляете своим клиентам, то есть по почте или там как хотите. Видео можно из имейла скачать, человек на свой компьютер. Видео можно из имейла. Да, если у вас Real Player загруженный, то, пожалуйста, без проблем можно у вас скачать видео-имейл, то, что к вам приходит. Real Player называется. Okay. Фактически он находится на сервере. Да. Этот видео-имейл. Так, у кого еще вопросы? Я очень сильно попрошу, если у кого вопросы, поставьте, пожалуйста, руки. Так приятно было бы с вами в видеорежиме переговорить. Можно ли иметь вашу... Есть один недостаток видеоконференции, что они не хотят задавать вопросы. Вот. Привыкают слушать только. Можно ли иметь вашу презентацию минимум в слайдах?
Слайд можете спокойно загружать. О, хорошо, супер. Давайте любовь. Так как вы женщина, мы вам дадим первые. Даем вам камеру и даем вам микрофон. Пожалуйста, примите от нас, любовь, камеру, микрофон. Вы со мной говорите? Да-да. Алло. Да-да, с вами, Люба. Да-да, слышаем вас. Сейчас, минуточку, включу только хотя бы чуть-чуть какой-то свет. Да-да, у вас отлично слышно. Вы знаете, я попала по рекомендации. Я вообще не понимаю, о чем говорится здесь, но приблизительно вот уже начинаю что-то въезжать, что здесь что-то интересное. Вы уже нас хотя бы видите, да? Ну да. Вы хотя бы видите вот нас? Да, с чего начать и как продолжить? Вот я в городе, насколько я понимаю, наверное, буду одна. А какой город? Где мне можно обучиться и как это будет, что выглядеть? Какой город? Великие Луки, Псковская область. Ага. А кто вам дал ссылку на этот вебинар? Ольга Репня, по-моему, из Пскова. Из Пскова. Ну так пусть. Ой, Оля Бойко. Оля Бойко, так пусть так вы завтра туда выйдете, пожалуйста, в 20 часов по украинскому времени, в 20 часов на вебинар. Сюда же, на эту. Услышите все. Начать, мы все там рассказываем, ровно час. И такие вебинары мы проводим в понедельник 20 часов, в среду 20 часов и в пятницу 20 часов. И вы все увидите, услышите, а потом еще раз встретимся, так и мы обговорим эти вопросы. Пока вам надо начальную информацию, угу, понять, что это такое и какие первые шаги в этом сделать. Ну, я поняла, что это очень интересно. Очень интересно. Мы тоже знаем, что это очень интересно. Это просто супер продукты и супер бизнес. Угу. Да, сегодня... Спасибо, Люба. Хорошо, спасибо большое. Окей, до свидания. До свидания. До свидания. Так, Мельничук, Николай. Николай, даю вам, пожалуйста, камеру и микрофон. Николай, пожалуйста, примите. Нет, пока. Хорошо. Даем Ирина и Юрий, Молдавия. Камера, микрофон. Здравствуй, здравствуйте, Юра. Привет, Юра. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день. Привет. Вопрос такой. Документы с печатями для нашего региона. Вот как Евгений спрашивал, и для нас это тоже актуально. Не, я не спрашивал, у меня есть две организации, одна я не буду называть, какие, одна страховая компания и одна сеть крупная, таких богатых отелей, гостиниц по Украине. Они уже дали официальные реквизиты и письмо, и я уже дал это все, чтобы они договор с печатью или куда перечислить деньги, так как эти организации не могут по карточке рассчитаться за это. Я вам доложу обстановку, как оно решится быстро, эту всю обстановку. Ну что, тоже пару компаний очень серьезные хотят делать процедуру. А для Любаши, как перед этим, это моя структура, Псков. Супер. Видела, Любаша? Да, это я просто вышел, чтобы она меня видела. Кому обращаться, если... Так ты представься, кто ты. Город Кишинев, Молдова. Гопко Юрий, город Кишинев, Молдова. И дай свои реквизиты, чтобы она могла тебе напрямую звонить. Хорошо. По скайпу. Сделаем. Хорошо. Всего спасибо. Окей. Всего доброго, Юра, до свидания. Так, Владимир из Полтавы. Здравствуйте, Владимир, даю вам камеру и микрофон. Как меня слышно? Алло? Слышно хорошо, но видно, не видно. Хорошо, но не видно. Ну хорошо, ладно. Вопрос такого плана. Сейчас готовлю
рекламку, вот по рекомендации вас, там объявление возьмет, там логотип IWV ставить или нет, это так вот невнимательно прослушал. Если, значит, сейчас вы, у вас вы имеете простой пакет за 195 или за 75, там логотип, он у вас будет, понимаете, вы из него не избежите. Вот только тогда можете избежать, если потом большой пакет купите, там можно будет его убрать. Но я считаю, что не надо стесняться в авиа логотип отправлять. Нет, я имею в виду на газетке вот объявление там, я поставил iWavy.com. А, если по работе, ну я считаю, что если объявление даете газету, там не надо никого афишировать, вы просто отправьте, что ищите сотрудников для такого-то коммуникационного, потому что сейчас... Если поставите вави, то стрельнете по ин, понимаете? То есть надо это как-то вот так потом вы словами им расскажете. Ну и второй вопрос, Влад, что без разрешения фирмы, в принципе, пользоваться логотипом фирмы нельзя, в принципе. На Западе эта культура такая, надо получить разрешение фирмы, чтобы использовать ее логотип. Или пользоваться теми материалами, которые фирма выдала уже. И дала на... Я думаю, мы во Львове, у нас офис скоро будет, и мы организуем выпуск разной продукции с логотипом фирмы, и мы будем вам раздавать эту продукцию. Это будет законная, согласованная с фирмой продукция и атрибутика фирмы, понимаете? А самому просто делать, в принципе, это на Западе даже могут и в суд подать за такое. Хотя тут я согласен с Ласло, что оно просто не сработает даже. Тут надо просто интригу, надо вот, есть возможность заработать там деньги и там поучаствовать в бизнесе. А потом уже в личной беседе вот показать. Это кстати, презентация, она заверена фирмой. Это не просто мы сами себе откуда-то взяли. Это официальная информация вся, то, что мы даем. Вот. Я понял. Поэтому ну, вот оно вам и так, в принципе, я бы не рекомендовал так же в газету давать с логотипом фирмы. С одной и с другой стороны. Вот, понимаете? Все понял. Значит, там будут уже сразу знать, и просто, может быть, кто-то уже слышал, не было ему нормально объяснено. Активно, да. Бывает, так уже человек слышал где-то, я уже слышал, меня уже не интересует, хотя только слово «вау» и слышал. Да. Хорошо, спасибо. Давай попробуй Мельничука еще. Все, только Владимира выключу сейчас. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Так, Мельничук Николай, еще раз даем вам камеру и еще раз даем вам микрофон, пожалуйста, постарайтесь принять. Нет, не отвечает. Ну ничего страшного. Так, кто еще хочет нам вопрос задать? Человек спрашивает, на визитках логотип можно? На визитках можете логотип сделать, но я думаю, что мы очень в ближайшее время будет центральная подготовка визиток и можно будет заказывать. Так что я считаю, что если чуть-чуть еще потерпите, то будет у нас стандартная, одинаковая визитка. Руководители будут заказывать, реквизиты будем получать, и также будете по почте получать эти визитки. Да, Евгений, будет у нас скоро такой. Да, будет 100%. Как у вас начало было трудное? Но... Понимаете, каждый пионер трудно начинает, вот, а потом уже становится легко. Мы специально предназначены для того, что вам уже было это все легче. И что вы уже только сконцентрировались именно на работу. Я вам скажу от себя, я сильно недоверчивый человек. Я в страховом бизнесе работаю и еще работаю уже 17 лет.
И ни один бизнес меня не интересовал, не могли меня сбить. Мне предлагали каждый практически день, и то, и третье, и десятое, но меня ничего не интересовало. Вот единственный бизнес и единственная тема, которая меня серьезно заинтересовали. Но так как я сильно недоверчивый уже человек, я очень много информации собрал и очень много часовые беседы проводил из Юга Замутило, ну уже за Микиту Ласло, то уже и спим вместе ездим, и пьем вино вместе, и семьями дружим, и так дальше, то тоже много разговоров было на эту тему. Слава Богу, что статус, который удалось с вашей, кстати, помощью быстро сделать, он вывел нас на руководство фирмы, на инвесторов и на айтишников фирмы. Мы уже лично общаемся с айтишниками, с Майклом Ноланом, с Биллом Старки, собственником компании и так дальше. Мы поехали с Василием Ласло и еще 7 человек из Украины поехали в Хьюстон, где на презентацию, где было 500 человек. Мы все это видели, все пощупали, потому что, знаете, я лично уже не того возраста, чтобы где-то обманывать людей. Мне уже некогда, мне же надо, когда придет скоро, ну, может, не скоро время, что надо будет отчитаться перед Господом Богом, что ж ты делал в этой жизни, понимаете? Мне неинтересно куда-то заводить людей в какой-то блуд и так дальше. Поэтому я очень для себя, я сильно разобрался, насколько я могу разобраться. Я вижу очень большую перспективу этого бизнеса. Во-первых, что мы ликбезом занимаемся, мы поднимаем культуру общения с компьютером, с интернетом. Во-вторых, мы даем возможность, кроме всех этих продуктов, еще один важный продукт даем, это деньги. Мы даем возможность людям на этом заработать деньги, причем работать в престижной американской компании и зарабатывать в долларах заработную плату. Нам же не страшны с вами никакие девальвации и так дальше, гривны там или другой валюты и так дальше. Понимаете, это также важно. Не каждый может сейчас сотрудничать с такой компанией, как наша, иметь возможность зарабатывать деньги. Деньги — это тоже продукт, он самый востребованный продукт для нас, понимаете? Поэтому, исходя из того, что очень доступный бизнес, с минимальными инвестициями, вот оно и подкупило и меня, наверное, и господина Ласло, и Юга Замутило, что есть возможность дать людям в руки инструмент, обучить людей, подготовить людей до принципиального изменения коммуникации как таковой, которая будет в видеорежиме с маленьких аппаратов, подготовить уже, провести подготовительную работу, дает возможность деньги заработать. Ребята, а где сейчас легко деньги заработать, скажите мне? Скажите мне, где легче, чем здесь, я, может быть, и заинтересуюсь также этим. Так тяжко, кругом тяжко. И в линейном бизнесе, и в MLM бизнесе сейчас очень тяжко. А тут есть возможность. Если хотите, я могу научить каждого, как за полгода, видите, на 5-6 тысяч заработной платы долларов. Я могу научить, потому что я это прошел, я это знаю, понимаете? Вот. Вот и все. Субботу будем очень, очень интересное учение проводить. Будем именно называться «Правильное отношение к бизнесу». Я думаю, что всем очень сильно понравится. Я думаю, что если проведем, то опять еще останемся там на пару минут и также можем именно на эту тему с вами переговорить. Вот. Интересный рисунок вам взяли. От начинающие, от как станете профессионалом. Так что это всех будет интересовать. Ну я желательно, мы хотели бы, чтобы туда только руководители пришли. Туда те люди, которые не в бизнесе, их туда не надо. Потому что для них это не будет интересен и не актуально. Не актуально еще для них это то, что мы в субботу будем вам показывать и рассказывать. А так всех приглашаем и внимательно мы тему зададим, и вы внимательно слушаете. Мы бы также хотели обсудить это все в конце нашего представления темы. Еще один хотел вам сказать, что есть такой у нас человек Максим Литвинов. Очень хороший человек, очень уважаемый человек. Он сделал очень хороший веб-сайт. Я сюда вам напишу, сюда, смотрите, www,
www.ivov и www.ivovs.com. Мы его назначили командным сайтом. Он сейчас уже практически у Максима, он уже готовый. Там все новости. Если мы будем называть так, заходите на командный сайт и там все увидите. Там у вас, начиная от того, что когда какие вебинары. Когда, то есть начиная от архива, заканчивая до новостей, там практически Максим все сделал. Вот, то есть он уже практически переделал этот командный сайт, так что для всех интересно будет туда заходить, потому что практически это для общей нашей группы будет звучить. И все новости, ну, практически все там найдете. Не надо будет вам уже даже вопросы задавать, куда, к нам, как, чего. Все полностью там увидите. То есть так как россияне сделали My iWow, похоже, такая же вот этот iWowis.com. Так что это до этих пор я просто за это не хотел говорить, потому что он сформировался. Он уже практически сейчас готов. И сейчас уже я вас смело туда отправляю уже. Вот. Саша Ровно. Даю камеру. Давай, камеру. Даю микрофон. Выключи камеру Мельничука. Я пытаюсь, но не получается. Саша, ровно дано у вас все. Но звука у вас нет. Что-то сделайте звуком. Сейчас, может, получится. Не получился у него. Кто еще вопрос задает? Да, сайт Максима стал толковым. Да, очень хороший стал у него сайт, так что мы будем очень много оттуда информации получать. Я очень рад, что этот сайт родился наконец-то. И у нас уже с этим работа легче будет становиться. Да, Евгений? Да. Я хочу в заключение, если уже нет вопросов, не будем вас задерживать. Я хочу последнюю такую ремарку сказать. Значит, я хотел бы, чтобы мы очень серьезно подготовились к приезду Билла Старки на Украину и в Молдову. Потому что фактически, я вам скажу, россияне даже на нас обижаются, российская структура, почему он едет на Украину, а не едет в Россию. Ну, так случилось, что в Украине первый филд-вайс-президент появился, с вашей помощью, конечно, я бы никогда не стал им, если бы не вы, поэтому я вам сильно благодарен, но Билл приезжает именно сюда. Я хочу, чтобы мы очень серьезно подготовились, чтобы мы встретили его, во-первых, хорошими результатами. Я хотел бы, чтобы мы в 2-3 раза дневной оборот увеличили. Потому что на сегодняшний день 20-30 человек оборота при таком большом количестве людей, это не совсем хорошо. Я хотел бы, чтобы мы поработали с инактивами. Возьмите на контроль каждый из вас своих личных людей и не допускайте инактивности больше, ну, хотя бы больше одного дня. Потому что иногда мы видим его, когда он уже выскакивает, когда красная звездочка горит. Это второй вопрос. Потом мы должны серьезно подготовиться к тем конференциям, которые будет проводить и Билл Старки, и Югас Атила. 28 числа она состоится в Кишиневе, 28 апреля. 2 мая во Львові і 5 мая в суботу президент готелі Київський, там де було в прошлий раз, там у нас зал на 500 чоловік. От, я думаю, зал буде повний, дай Бог, щоб ми помістили туди людей. Я вже по предварительним заявкам бачу, що буде конкурс, щоб туди попасть навіть. Тому ми повинні добре підготовитися, ми організуємо це так, що ми заблаговременно роздадимо приглашення всім, щоб ми вже в день конференції і в день виступлення цих уважаємих господ, щоб ми вже не суетились, там не бігали і так далі. Ми будемо вас інформувати і через сайт Литвинова, і на вебінарах будемо інформувати, як йде підготовка к этому. Я хочу, щоб ми зробили багато, кстати, новостей нам везуть. Вони дуже напряжено офіс працює з тим, щоб
те наши предложения, которые мы даем, свои какие-то новшества, чтобы они подготовили как раз к приезду и озвучили здесь, тут у нас. Много будет чего интересного, полезного для нас, которое ускорит наше продвижение и по карьере, даст возможность больше зарабатывать, чем мы сейчас зарабатываем. И так дальше. Поэтому мы со своей стороны также должны сделать то, чтобы все прошло организованно, и чтобы те люди, которые мы определим, и которые попадут на эти встречи, чтобы у нас просто был взрыв после этого в развитии наших структур, в развитии бизнеса. Мы должны сделать конкурс на это, потому что не так много, в принципе, я думаю, не знаю, как там Юра и Сигалу, Саша готовят по Кишиневу, какой там зал будет, но во Львове где-то будет зал на 300 человек, и в Киеве будет зал на 500 человек. Это для нашей структуры уже мало, я вам скажу. В моей структуре 2400 человек на сегодняшний день. Понимаете? Это уже мало, поэтому надо будет заблаговременно заявки дать, заблаговременно купить билеты. Вот на эти, они будут недорогие, но будут, потому что надо, цена будет какая-то, надо заплатить за зал, надо какую-то кофе-паузу организовать для всех, потому что люди из регионов приезжают и так дальше. Поэтому мы серьезно готовимся, мы делаем план этого всего, согласовываем, и много чего интересного вы увидите. Я просто хочу, чтобы вы подготовились, чтобы нам было, в принципе, не стыдно встретить вот таких людей, которые для нас, для Украины, такую большую честь, ну, значит, заслужили мы что-то, понимаете? Поэтому я действительно всех благодарю за работу, всем желаю успехов в бизнесе, делайте, работайте. Не так много у нас с вами времени. Я так считаю, что до конца года у нас есть еще время, чтобы создать большие структуры. А там дальше мы уже, наша работа не такая актуальная будет, потому что будет работать автомат-маркетинг. Мы просто будем результаты этой нашей работы. И я уже говорил, еще раз говорю, если у вас будет 100 человек, другого 500 человек, третьего 1000, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 20, и представьте себе, стартует автомат-маркетинг. И какие огромные разницы будут в оборотах и в доходах людей. Поэтому времени не так много. Используйте все те мероприятия, которые проводит фирма, которые мы с Микитой Ласло пытаемся как-то что-то вам рассказать. И это, используйте это все в своих личных целях, создайте свои личные структуры. Вот, чем больше, тем лучше, и вы увидите, что оно отдаст вам сторицей. Я, знаете, всегда говорю, двумя руками, ну, образно говорю, которые у вас есть, отдавайте этот бизнес и свое время, и знания свои, и свой энтузиазм, ну что, может, чуть-чуть денег надо вложить в этот бизнес, а потом вам не хватит 10 рук, чтобы это забрать назад. Это так будет, я знаю точно, уже и опыт какой-то есть, и так дальше. Поэтому я желаю всем вам успехов. Я думаю, разговор получился хороший. Спасибо за внимание. Всем хороших, результативных вам дней. В дальнейшем ждем вас завтра на вебинаре в 20 часов. Вот, и в субботу также в 20 часов проведем учебу. Все, спасибо за внимание. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. До встречи завтра и послезавтра. Обязательно заходите в зал.